Всем привет, друзья, это Радиус. Я выживаю на новом сервере и иду строить дом. Сейчас все выгружу, возьму немножко камня. Всякого барахла у меня навалом, но я надеюсь, дерево чуть-чуть оставлю. Камня 5000, надеюсь, хватит на первоначальный какой-то домик, да? Иду строить. Построил тут небольшую кибитку, собрал ресурсов и буду строиться, наверное, не отходя от кассы, долго не буду искать. Здесь есть вот большое пустое пространство. Черт побери, сейчас будет темно, поэтому, наверное, я начну и продолжу уже, когда посветает. А пока темно, пока ночь, пособираю еще ресурсов. Вот здесь вот, я надеюсь, есть ровная площадка. Куда-то я не туда пошел. Не туда, конечно, я уже пошел. Ровная площадка у нас должна быть где-то здесь. Но здесь тоже нельзя сказать, что здесь ровная площадка. Здесь какие-то холмы и равнины. Так, где же поставить нам дом? Где-то, наверное, наверху, может быть. Вот здесь вот, на пригорочке. Хотя тут какие-то резкие спады, какие-то, я не знаю... Что здесь такое? Здесь у нас, блин, холмы опять какие-то. О, отличная ровная площадка, возможно. Возможно, отличная, а может быть и не очень отличная. Вон там ровная площадочка есть. Сейчас посмотрим, пригодится ли она нам. Пойдет ли для постройки нашего антирейд дома. Вот дерево — это хорошо или плохо? Наверное, дерево — это плохо. Вот это вот деревце, оно, наверное, не срубаемое. Да, это просто... Нет, декор, да? Нет, это не декор, хорошо. Его я снести могу. Так, здесь дыра. Здесь дыра, а вот здесь более-менее ровная площадка. Но тоже относительно ровная. Здесь тоже какие-то ямы. Но, в принципе, вот здесь вот я могу зачистить. Поэтому, наверное, ставлю сюда. Ставлю сюда. И намечаю домик. Так. 8 на 8 желательно, чтобы мы могли. Раз, два. Уже не можем, да? Вот сюда, в эту сторону. Чуть повыше, наверное, надо фундамент поставить. Черт побери, надо быстрее все делать. Не хватает прав для удаления этого объекта. Это что значит? Это значит, надо шкаф, что ли, ставить? А как вставить шкаф, если... Так. Ладно, хорошо, сейчас померяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь нормально все. Нормально здесь все и хорошо. Так, в ту сторону, наверное, хватит. В ту сторону и в ту сторону везде спад. Так, хорошо. Апгрейдим все быстренько. Апгрейдим до камня. Так, ставим. Ставим дорве. У нас где будет? Где? Куда вход? Может быть, на горы у нас? С видом на горы будет вход, а? Или с видом вот сюда, наверное, вход. Надо подумать. Хорошо. Чего тут думать? Вход будет здесь. Так, здесь ставим... Разумеется, вот эти штучки. Стены. Все апгрейдим. Апгрейдим все. Так, надо бы дверь поставить, да? Но мы сначала поставим потолок. Потолок. А как мы поставим потолок? Давайте подумаем, как мы поставим потолок. Здесь у нас будет вот так вот и вот так вот, да? А здесь у нас будет шкаф. Скорее всего, здесь мы поставим стену. И потолки мы будем ставить. Здесь у нас тоже будет дорвей. И здесь дверь наверх. Потолки мы будем ставить следующим образом. Нет, следующим образом потолки нельзя ставить. Рамы еще рано ставить. Рамы мы будем ставить только когда повернуть. Только когда улучшим. Улучшим дом. То есть пристроим антирейд буферки. Так, ну и давайте поставим ящик куда-нибудь, я не знаю куда, сюда. Конечно, шкаф нам нужно поставить еще. Шкаф. Ш
Шкаф у нас будет, я его уже не забаррикадировал. Так, стоп, у нас здесь будет лестница, здесь будет шкаф, поэтому ящик здесь совсем никак. Так, давайте тогда пока все закроем. Так, шкаф. Авторизуемся в нем. Пока так пусть стоит, потом уже определимся, чего куда, зачем и почему. Пока закроем все это камнем, потом мы потолок снесем и будем ставить двойные потолки. Так, нам сейчас нужно обязательно поставить дверь. Так, киты, наверное, у нас есть. Так, у нас увеличенная добыча ресурсов. Кит хоми. Набор выдан. Что у нас? Железная дверь есть. Отлично. Замок есть. А замок тоже есть. Лучше просто не бывает. Кодовый замок. Все, немножко защитились. Сейчас выкладываем все это добро. Печку обязательно. 10 тысяч камней. Охренеть. И надо быстрее спальник. Спальник. Наверное, кинем спальник. Спальник кинем куда-нибудь сюда. Ну же, давай. Ну, вот так вот. Так, и что нам еще нужно выложить? 12 тысяч дерева. Нифига себе. Так, хорошо. Я сейчас пойду добывать ресурсы, пока ночь. Пока увеличенный сбор ресурсов. И потом уже вернемся. Ну что ж, друзья, наступает утро, и пора нам строиться уже, серьезно причем строиться. Итак, строим буферки, треугольные буферки. По идее, в идеале, лучше бы построить 3 на 3 центральная часть дома. 3 на 3, тогда бы треугольные буферки там немножко получше встают. Но я сделаю так же, как на прошлом сервере, 2 на 2, потому что 3 на 3, если будет дом, а еще окружим буферками, он будет слишком большой и много слишком ресурсов. 2 на 2, я думаю, хватит. Хотя у нас вот здесь вот по углам придется ставить не треугольные, а квадратные буферные фундаменты. Ну что ж, тогда отходим на 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и еще 2. 7, 8. Остальные сшибаем. Отлично. Сшибли. Сейчас возвращаемся к дому треугольными фундаментами. И старый известный способ, как поставить фундамент. Миша, мать его, так, как не вовремя. Блин, а мне его убить нечем. Нужно срочно делать лук. Хотя бы сейчас вот я все нормально. Все нормально, фундамент у меня встал. Отлично. Со второй стеной встал? Да не туда он встал, блин, я не туда фундамент поставил. Фу, Миша прошел, слава богу. Хотя он бы мне понадобился сейчас, Миша-то. Так, а что у меня творится? Почему у меня фундамент так впритык встал? Я, может быть, как-то неправильно отошел? Придется повторить эту хрень. Ага, вот, я просто неправильно поставил. И вторая стена у нас отлично встает, фиксируем фундамент срочно. Так, улучшить до каменного. Эй, алло, не выключено у меня ремув. Теперь включаем этот ремув. Миша здесь ходит, значит, да? Надо иметь в виду. Потому что умирать здесь с кучей ресурсов очень не хочется. Да и жир нам понадобится на печке. Так, сейчас надо просто быстро буферками закрыться. Как можно быстрее. Сейчас вот... Так, поставим треугольные фундаменты, как они должны стоять. Вот так вот, наверное, как-нибудь. Вот так вот. Вот так вот. А здесь уже пока не будем ставить. Это все улучшим. Так, ремув у меня не убран. Все время забываю убрать ремув. Щели есть. Со щелями все в порядке. Так, теперь здесь с этой стороны ставим. Так, также отходим на 8 фундаментов. Я надеюсь, у нас получится на 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Отлично. Эти фундаменты убираем. Убираем. Так, так, так. Ставим. Возвращаемся треугольными фундаментами. Так, ставься. Ставься же, ну. Ну давай же. О, отлично. Так, сейчас главное поставить так, как надо. Вот так. Вот так вот надо. Так, улучшаем до каменного, фиксируем. И это все убираем, великолепие. Дабы не спалили нашу схему. Хотя ее, конечно, сейчас почти все знают. Почти все знают эту схему. А почему не строят этой схемой? Ну, потому что это слишком запарно, да? Я хорошо вот выбрал ночное время, и здесь мало народу. А если бы было много народу, и не ночное время, то попробуй пойди поставь вот так вот. Будет ли время? Так, что здесь у нас не так? Вот этот фундамент явно надо снести. А потом будем определяться, как нам идти и куда. Так. Стоп, что-то не то. Давайте прижмем все-таки. Вот теперь то. Здесь двойной. Вот этот обязательно снесем сейчас. И потом будем определяться, как мы тут по углам будем распределять. Этот, конечно же, пока снесем. Жалко, конечно, камень тратится, но нужно все делать быстро. Мы пока учимся. Не мы, а я конкретно учусь. Раз, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я надеюсь, здесь, как на прошлом сервере, нет ремова построек, к сожалению, чужими игроками. Проверить, к сожалению, не было возможности. Я сделаю, как обычно, через одно место. Сначала построю, а потом проверю, да? Может, ребята наши подойдут, и мы с ними уже попробуем проверить. Но, по крайней мере, пока... Пока строимся. И я очень обрадовался, когда увидел в стартовых начальных так наборах набор так называемый Deathmatch. И я увидел, что мне дали пулемет. Увидел, что мне дали штурмовую винтовку. То есть все те прелести, которых мне так не хватало. И которые я не смог себе позволить, потому что просто собирал ресурсы на прошлом сервере. Все время у меня выходило на сбор. Здесь сейчас у меня есть вообще все доступное оружие. Я зачем-то бегаю в топовой броне. Нужно ее срочно снять. Срочно ее просто снять. Не хватает прав. Ну да чего? Билда не бьет уже до суда, да? Вот сейчас хватило прав. Так, нужно срочно снять топовую броню. Что-то я погорячился немножко. Так, что у нас? Почему не закрылось? Так, куда нам ее засунуть? Броня еще пригодится на какие-нибудь операции. Я бы вообще голый, наверное, побегал. Вот так вот. Вот так вот будет лучше. Камень еще есть, дерево есть. Ставим вторую, последнюю буферку с той стороны. Так, здесь, конечно же, мы ставим треугольнички. Треугольнички. Вот этот не сюда магнитится, гад. А вот теперь, наверное, сюда, да? Правильно примагнитился? Стена встает. Так, ставим снова здесь. Раз. Так, стоп. Здесь бы апгрейдить их. Здесь 8 ставим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и 8. Отлично. Так, ремуем эти постройки, фундаменты, сносим, сносим, не ремуем, конечно же, не нужно сленг использовать. Это плохая привычка, использовать игровой сленг, потому что совершенно нарушается погружение в игру. Так, давайте вот так, вот так. Ну-ка, стенка, да, ставится, отлично. Так, улучшаем до каменного, это тоже улучшаем до каменного же, это
можно даже не сносить, а вот эти сносим. Так. Используйте киянку. Вот использую киянку для удаления объектов. Так, отлично. Теперь будем планировать, как мы сейчас будем огибать этими буферками дом. Так, чуть-чуть отойти. Чуть-чуть, на 8 фундаментов работает шкаф. Хорошо, надо это помнить. И если мы за шкафом, то уже строить не можем, да? Интересно. Что-то, это что-то интересное. Так, здесь мы, если поставим фундамент такой квадратный. Посмотрите, как интересно. Так, все красиво получается. Все получается красиво, но я бы хотел, допустим, вот так вот буферки поставить, чтобы не видно было, что там щелястое. А так мы ничего не поставим, да? Так мы ничего не поставим. Если мы здесь фундамент поставим, мы в него врезаться не сможем. Допустим, так, и врезаться, конечно же, не сможем. Слишком большое расстояние. Слишком большое расстояние. Придется ставить квадратный. Квадратный, конечно, несколько ослабляет. Но с другой стороны, снести мы без ремова сейчас. С другой стороны, и у нас квадратный фундамент, если мы поставим, у нас будет видна щель здесь. Ну, будет палить, что у нас дом-то такой щелястый, непростой. Но что делать? Давайте будем ставить все-таки. Давайте ставить, причем ставить, пытаться симметрично ставить. Так, здесь мы так поставили, здесь мы... чего-то здесь не хватает. Здесь бабац так, ага. Здесь так, здесь так, скорее всего. Здесь так, здесь выход. Здесь так. И здесь так. Вот теперь симметрично. Так, и давайте теперь этот треугольник прижимаем, чтобы соблюдать симметрию сюда. Этот треугольничек прижимаем сюда. И этот сюда. Отлично, теперь у нас все будет симметрично, все хорошо. Улучшаем и закрываемся. Закрываемся. Второй ряд стен будем ставить? Пока нет. Сначала поставим... А где у нас выход будет? Выход у нас будет, наверное, я не знаю, вот здесь вот, что ли, получается. Вот здесь вот у нас второй ряд буферок. Конечно же, у нас будет выход здесь. Или как сделать? Как же у меня было? Нет, нет, тут без вариантов, конечно. Я не там немножко сделал, да, получается. Хотя из той, с любых сторон здесь у нас так получится. С любых. Поэтому, конечно же, выход у нас будет здесь. Здесь ставим дорвей. Хотя, или здесь выход вот так вот поставить. Черт, я же забыл, как вот у нас раз, так, вот так. Сейчас немножко соображу. Буферка у нас будет вот как-то обходить. Тогда. Вот не задача, а. Сейчас я немножко вспомню. Ну, пусть Миша, мать его, так, блин, напугал. Нет, пусть так будет. Немножко все это мне не нравится. Немножко как-то обычно и незащищенно. Слишком мало дверей здесь будет. У нас раз, двойных дверей. Вот здесь только двойная дверь. Ну и здесь тоже. Здесь я бы хотел сделать... какой-то предбанник с печкой, там, с ящиками, чтобы быстро забрасывать туда ресурсы. Ну ладно, это в принципе мы потом сообразим. У нас же второй слой еще будет буферок. Точно такой же. Хитрый. Так, ставим все. Закрываем. Так, все, теперь нам... По крайней мере, Миша не страшен. Черт, камень закончился. Но камень закончился только у меня. А в ящике-то еще есть камни. Причем вообще
приличное количество. Я надеюсь, мне хватит сейчас на все мои задумки. Хотя бы на первый этаж нам хватит, чтобы и забуферизоваться, и двойные потолочки тут поставить, как положено, чтобы все было. Теперь закрываем стенами вот здесь вот у нас. Здесь вот у нас закрываем все стенами. Здесь у нас вторая... Опачки. Не влазит, нам придется сносить этот... сносить дорвей. Но не раньше, чем мы поставим... Вот так вот. Не раньше, чем мы поставим дверь извне. Так, это, конечно, мы разворачиваем. Так, повернуть. Да, жалко, конечно, что здесь... Надо бы, может, мы сейчас быстренько поставим. Я надеюсь, никто не придет. А, я один на сервере, хорошо. Хорошо, это даже очень хорошо. Так, разблокировать. Тогда мы снимем дверь сейчас. Снять замок. Подобрать дверь. Разрушим вот эту стену. Точнее, дверной проем. И поставим двойной дверной проем. Здесь он отлично все встает. Просто замечательно встает. Сюда поворачиваем. И здесь тоже туда поворачиваем. Отлично. И дверной проем, мне кажется, вот здесь вот уже пора ставить. Пора ставить его здесь. Так, пусть открывается наружу. Ставим, разумеется, код. Так, закрылся. Теперь, пока не поздно, мы здесь ставим потолочек. Потолочек камня побольше возьмем. Камень заканчивается. У меня в той кибиточке еще, наверное, камень есть. Двойной потолок нам нужно поставить. Каким образом мы это сделаем? Сначала этот снесем. Здесь вот у нас будет выход на второй этаж. Здесь будет шкаф. Шкаф потом я перенесу в буферку все-таки. По опыту прошлого дома, когда было очевидно, что шкаф вот в этой комнатке, я перенесу в треугольную какую-нибудь буферку шкаф где-нибудь в центре, чтобы хрен нашли, если даже здесь работает что-то там, вот ремонт чужих построек, да. Давайте смотрите, сейчас очень надо быть внимательным, чтобы у нас все хорошо встало. Потолочный каркас ставим, его можно прижать вот сюда. Нельзя прижать сюда, да? Только в центр можно его прижать. Вот сюда вот можно прижать? Нет, у нас почему-то красным. Сюда со щелью прижать нельзя, только на стены. А сюда его прижать на дорвей можно? Тоже нельзя. Тоже нельзя, у нас красненьким он светится, да? Почему нельзя? Странно. Хорошо, давайте, ну, что делать-то? Ставим каркас. Я думал, что у нас получится поставить здесь двойные двери, благодаря вот этим каркасам. Хорошо, может, нам потолок удастся прижать? Так, стоп, вот здесь вот получается у нас прижать. Нет, ничего у нас здесь не получается. Хорошо, попробуем. Попробуем. Металла нет, металла. А нет, все нормально, никакого металла нам не надо. Хорошо, крышу мы сможем куда-то? Да, сможем со щелью прижать и поставить двойные двери здесь. Отлично. Ставим каркас. Где он там? Каркас. Отлично. Улучшаем до каменного. И ставим крышу на этот каркас. Давайте, давайте, сейчас как крыша встанет. Да, отлично, со щелью встает. И мы отлично сейчас ставим. Конечно, дыра в крыше, это нехорошо. Но дверной проем. Нет. Нет, конечно же нет, потому что на фундамент мы не можем поставить. На фундамент мы не можем поставить, потому что здесь нету никакой щели. Здесь фундамент и впритык, второй дверной проем не сможем поставить. А вот на второй этаж второй дверной проем мы уже сможем поставить. Единственное, что у нас здесь щель будет. Черт побери, а. Щель, это хорошо или плохо? И сможем ли мы там наверху поставить что-то? Давайте поставим лестницу и там оценим, каково это.
Так, я бы даже поставил как-нибудь вот так вот, наверное. Так, наверное, лучше будет. Так, каково это? Здесь у нас две стены-то будет? Здесь у нас две стены будет, разумеется. И встанет хорошо две стены. А вот, вот отсюда, наверное, надо было эти каркасы ставить. Да? Давайте здесь померяем. Эх ты, черт. Так, каркасы. Каркасы на вторую стену у нас зайдет. Что это у меня? У меня не апгрейжено, да? Конечно, надо апгрейдить. А, разворачиваем, разумеется, все это. Да, антирейд дом, это вам не просто так. Это вам не просто так. И здесь тоже, конечно же. Нужно думать, соображать, выдумывать, пробовать. И, ого, ничего себе откинуло. Так. Ну и сейчас мы что-нибудь скумекаем, тут сообразим. Так, каркас. Каркас мы, конечно, подвинуть не можем. Сдвинутый поставить куда-нибудь. Мы только конкретно сюда сможем поставить. Каркас пододвинуть. О, видите, красным. Почему красным? Потому что, блин, тут, наверное, вот эта стена у нас мешает. Ну что ж, не страшно, зато потолок мы можем воткнуть симметрично, как говорится. Давайте улучшим до каменного. Потолок у нас здесь щель, да? Ой, ты, господи, упал. Сейчас соображу. Воткнем симметрично, чтобы у нас везде были двойные двери. Вот в этом квадрате. А, получится так или нет? Я надеюсь, получится. Так, соображаем, соображаем, как здесь поставить. Здесь у нас здесь щель. Теперь нам нужно реализовать вот здесь вот щель, вот, вот этого проема. Для этого мы тут что-нибудь там пытаемся, как-нибудь пытаемся его поставить, да? Но что-то у нас только что получалось ведь что-то. Так, 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 сюда неинтересно. А сюда... О, 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 так неинтересно. Нет, так не пойдет. Так не пойдет, он впритык встает. Нам нужно, чтобы он впритык вставал вот к этой стене. Вот, 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 кажется, что-то есть, да? Но нам нужно, чтобы впритык вставал не к этой стене, а вот к этой стене. Вот к этой, вот, вот. О, вот так вот. Вот так вот, сейчас будет щель. Сейчас, по-моему, будет щель. Ну-ка, давайте-ка померяем. Дорвей встанет. Раз, два, отлично, отлично. Все встало. Все просто замечательно. Улучшаем до каменного. А, здесь нам точно так же нужно у шкафа сделать. А, у шкафа, да? И здесь, по идее, бы люк нам сделать. Но опять эти гребаные шестеренки, поэтому здесь пока люка у нас не будет. Ух-ух-ух. Здесь вообще лестницы у нас не будет. А хотя почему лестницы не будет? Нет, лестница у нас будет, но лестница у нас будет где-нибудь, я не знаю. Может быть, вот, вот здесь вот, наверное, лестница у нас будет. Вот в этой буферке. Поэтому мы пока снесем эту лестницу и поставим, как положено, крышу. Ага, как мы на крышу-то залезем, если нам ее... хорошо, мы лестницу вообще тогда сносить не будем. Так. Здесь ставим тогда каркас. И здесь ставим каркас. Нет, здесь рано, наверное, каркас. Эх ты, что ты будешь делать? Здесь, наверное, рано каркас, потому что крыши могут не встать. Да? Ну, по крайней мере, вот этот каркас мы сейчас апгрейдим. Улучшить до каменного. И крышу нам нужно прижать. Крышу вот эту прижать. Куда нам нужно прижать? Нам нужно ее, чтобы здесь двойная дверь была, нам нужно прижать вот в эту сторону ее, вот в эту, к этой стене. Давай-ка прижимайся. Нет, она к этой стене прижимается. И там двойная у нас не встанет. А встанет двойная, когда мы прижмем вот к этой внешней стене крышу. Может быть, нам отсюда удастся ее прижать. Вот, давай, 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 давай. Да, да, ну, 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 есть, есть, смотрите, прижали к внешней стене, к внешней стене, к двойной, и здесь, внимание, внимание, фокус-покус, первая, первая, вторая, первая дорвей, второй дорвей, отлично просто, просто отлично.
Теперь можно спускаться и ставить двойные двери внизу. Так, стоп, я здесь что-то не апгрейдил. Так, шкаф-то надо апгрейдить. А чего это я? Блин, я просто закрыл все уже. А мне надо наверх. Ха, мне крыша-то здесь. Ну, крышу я, наверное... Так, стоп. Крышу я, наверное, отсюда уже поставлю. Здесь у нас крышу куда прижать надо? Чтобы у нас вот здесь вот еще было... Отступ был. Крышу к нам куда прижать? Крышу нам надо все-таки наверх, нам надо. А лестинка здесь встанет, интересно? Нет, из-за шкафа, наверное, не встанет. Не встанет лестница из-за шкафа. Нет, встанет. Посмотрите, что творится. Лестница встанет, шкаф не помешает. Отлично. Ох, как хорошо. Давно я так удачно не строился. А, теперь я могу контролировать процесс двойных... не процесс, а контролировать постройку двойных крыш. А теперь нам нужно поставить и прижать вот к этой стене, вот к этой, чтобы здесь у нас уже двойные двери могли быть или стены. Здесь у нас пока одинарные, хотя нет, тоже двойные. Но они слишком рядом, да? Они слишком рядом. Поэтому они не встанут, скорее всего. Видите, стена на стене. Прижимается туда и прижимается сюда. Но, скорее всего, вторая уже не встанет. Видите, все, не дает. Потому что они друг в друга уходят, и между ними нет интервала. Так, снести. Поэтому мы крышу ставим... Крышу по нашему способу ставим вот сюда. Присядем где-нибудь и попытаемся ее втиснуть. Это не крыша. Ну-ну-ну, давай-давай-давай. Давай, родная. Вот, что-то было. Что-то было. Так, еще. О! О! Отлично, проверяем. Раз, два. О! Вот это да. Стабильность, конечно, никакая будет, наверное, скорее. 19, ни хрена себе, 13 стабильность вот этой двери будет. Но, блин, ее простота. Ну, не будем строить высокие тогда. Посмотрим там. Ну, потому что дорвей будет держаться только исключительно на, блин, ну, на чем-то, на крае этого потолка. И больше ничем не будет... поддерживаться. Хотя, если мы там внизу еще поставим сейчас двойные, внизу не получится. Внизу не получится, потому что там все-таки фундаменты у нас впритык стоят. Мы же на фундаменты ставим там внизу. А вот на втором этаже уже получится. А где у нас будет второй этаж? Второй этаж у нас будет, даже не знаю, где будет у нас, наверное, здесь вертолет, что летит, мать его, так, а как не вовремя. Ну, вроде как, хорошо, у нас будет вот здесь вот лестница и поднятие на второй этаж. Здесь у нас будет чисто бункер. Вертолет летит, мать его, так, ко мне летит. Ну что ж, нам надо тогда закрыть, все закрыть это. Мне камня хватит немножко камня хватит. Потолком надо закрыть. Так, здесь у нас будет два дорвея тогда. Черт, он гад летит ведь, а? Нет, пока не буду удалять, пока дверей не наделаю. Я просто закрою потолок. Нужно наделать дверей, а потом уже закрывать. Так, закрою потолок, чтоб никто там не покушался на нас. Вертолет бы сейчас не вхреначил в меня ракетами в наш дом. Он явно сюда приближается, вот судя по звуку. Гад. Гад такой, блин. Сейчас пустит ракету и прощай, домик. Но он пока ко мне не приближается, вроде как. Но не хотелось бы, конечно, чтобы он вообще приблизился. Хоть как-то приблизился. Сейчас закроем здесь, постараемся побыстрее. Так, и следим за вертолетом. Он летает, значит, от завода до завода.
Так, все, апгрейдим быстренько. Апгрейдим до каменного, до каменного. До каменного можно, по-моему, кеночки так просто стучать. Стучим. Опс, это что у меня? Куда-то я уткнулся. А, ну, правильно. Просто я в стену уткнулся. Так, камня, кажется, хватит. Что ж, надо поставить печку. Ага, здесь дырку оставил. Ничего себе. Так, здесь правильно поставил? Правильно все. Все. Да, щель, конечно, огромная, но здесь будет стена же еще. И щель мы это закроем вторым слоем буферки. Надо срочно ставить печку, во-первых. Спальный мешок я бы куда-то перенес, наверное. Так, это, конечно, сносим. Так, и спальный мешок я бы перенес и поставил сюда печки. Спальный мешок куда перенесем? Да хрен его знает, куда его перенести. Подобрать. В принципе, сетхоум здесь стоит. Перенесем сюда, наверное. Сюда. Шкаф пока закроем, пока. Нечего ему здесь стоять открытым. Причем закроем, да. Нет, двойными стенами, хотел сказать. Но, конечно же, двойными стенами мы ничего не закроем. Так, все правильно? Ну, сейчас опять темнеет, в принципе. Поставим печечку. Печуньку. Пусть у нас плавится. Нам срочно нужен металл. Как можно больше. Как можно больше металла. Металлической руды у меня есть. 6000. Более чем достаточно. Поэтому. Так. Печунька у нас будет вот куда-нибудь ее вот сюда. Вот, наверное, в самый край. Возможно, здесь еще ящик вместится. Так. Распределим поровну. Распределим. И здесь, значит, на 3. На 3 распределим. Вот так вот. Вот так вот будет ровно. Примерно по... Так, что-то я не то сделал. Примерно по 2000. Значит, нам сюда нужно закинуть будет дерево. Да все дерево, наверное. 200... Так, все дерево. 3000 хватит. Пусть все, 4. Все доплавится, я надеюсь. И потом дерево порублю. Так, ну что ж, на сегодня тогда закончим. Основу мы поставили, и это здорово. Даже почти закрылись. Осталось только буферки вот здесь вот сделать. И здесь сделать вход на второй этаж. И будем начинать уже второй этаж, наверное, уже в следующей серии. А пока, друзья, всем пока. С вами был Радиус. До скорых встреч.